Ман подъезжает, весь светится. И на штанах, и на всем. Золото. А чего вы так блистаете сегодня? А у тебя отражатели, знаете, полосы отражают. Я знаю, кем ты будешь. Ты будешь... Тебе не понравится. Позови, если скинешь 10 килограмм. Поеду на рыбку, я привезу, она же разгонит всех собак. Верный! Привет, верный. Хозяйка здесь, да? Верный, неверный. Верный, ты не верный. Добрый вечер. Верный. Все, уже катушка закончил? Верный. Только достали, Роман, ты вовремя как раз. Иди сюда. Кто-то будет раздавать уже его. Что, никто не хочет? А где ведро-то вообще? А вон стоит там за Лизой. Спрятали. Добрый вечер. Добрый вечер. Это собака добрая. Слышь, Володя, что он мне говорит? Я вздрогнула, когда увидела собаку. Он говорит: мама, не бойся, он чувствует твой адреналин. Да, чувствует. Так. Мама, если он без намордника, все равно так, он может тебя намордником поднять. Так, Никулушка, вот сюда встань. Намордник. Забыл, что у тебя яичко. Здравствуйте. Смотри, стоп. Стоп, смотри. Вот это твое все одеваешь. Смотри, внимательно. Прыгай, он нос не откусит, а? Зашел, нет. Уже простыл. Я твои. Я ягоды. Ну вот там прямо. Брат, не даешь бумажки? Да бумажку. Вот я не знаю, не взяли на что. Да порезали. Газеты есть? Газеты есть. Володя, где они лежат? Вот, в этом, в мешке. Володь, достань там газеты, которые ровные. И порвать их надо на этом. Хорошо, молодец. Да, да. Одевайся, примерно четвертая часть вот этой газеты. Так, носки. Николай. И еще пополам, и хватит. Носки. Посмотри на меня внимательно. Вот носки и кофта. Быстро, чтобы одел. Носки и кофта. О, сколько их летит. А я думала, имеющие врачи. А у нас, значит, нет врачей. Вороны так в тайме не летают. Иногда грачи это с галками путают. Они чем-то похожи, только галка меньше. Галки мелкие. Но мелкие, да. Ну дайте газету. Сейчас, сейчас. Они же прилетают тоже, да? Да, они в разные места. Они вот недавно появились. Не, это уже новые вышли. А, новые уже. Ой, новые, сколько рисунка замах. Никто не хочет есть что-то. Сейчас, да мы ждем бумажки. Все уже наели. Дай салатом. А что, что я не поел? Вот это все. По белой бумаге. Белой зачем? Там костюмки летят. Одинакового размера, если померить. Солнце, луна одинакового размера.
Отойдите в сторону. Мне силы хватает постоянно. Кто еще там? Я тоже хочу так. Там мучик тяжелый. Посмотри, тяжелый. Еще, можно еще? Ты батарея закончил. Виктор Николаевич бежит. Скорее он бежит. Вон. Смотрите, как быстро. Быстро он. Еще, еще. Жалко собаку. Сергей Павлович жалко, а не собаку. Вечный победил хозяина. Бегом! Бегом бегите встречать! Виктор Николаевич, встречайте! Бегом! Бегом бегите встречайте! Виктор Николаевич, открывайся! Ну как? Вкусно? Хорошо. Так Никита в этот раз испек. Смотри, это Ливия. Какая она мне Ника? Я пойду. Взяла фотоаппарат, а он разрядился. Как печеночка, картошечка вкусная. Это брата Никита, благодарите. Брат, успевай фотографировать. А вон туда он повешает, да и все. Ну. Далеко не видать. Егорий, где Егорий? Закат красивый. У нас туалет-то как расцвел. Да, это точно. Это не даст Бог. Агния, ты там одна не ходи. Уйди оттуда. Предлагаю всем. Картошечку, пожалуйста. Вон она. Всем предлагаю. Все. А мы не тебя покажем. А можно я потом вообще? Батюшка, берегитесь. А соль-то чья это? Что она свободна такая? Это вот ягоды. Ягоды, ты меня угостить решил? Вот, Мы с этим с Нестором собирались. Спасибо, Христос тебе. Степа, спасибо, Христос. Работала,
жесткая. Ты будешь прям прокалывать. Заденешь их все? Конечно. Ты зря так несешь. Надо по низу нести. По низу нести. Нестор, по низу неси, никогда по земле вернее. Не надо так таскать, ты чуть в глаза не попал. Егор, а тебе надо длинную слишком. Куда ты тащишь? Нестор, ты хоть смотри, куда ты? Нешь кого-нибудь. Добрый вечер. А можно я сниму? Ирина. Добрый вечер. Добрый вечер. Ничего кинула. Можно я? Можно я? Можно я? Я после Лизы. Ну я после тебя. Переверни. Я после Лизы. Когда я скажу пас, тогда кидайте в этот момент. Сергей Павлович, можно мне попробовать? Можно. А то что-то все кидает как-то. Очередь что? О, какая очередь большая. Давай уже можно. Эти собирали. Очередь. Конец. Отойди оттуда. Подожди. Фас. Хорошо кинул, но надо кидать по моей команде фас. Давай, тогда бы он поймал бы. А если он поймает, то тогда можете еще бросать. Я Серега. Давайте идем. Давайте быстрее. Сергей Володя. Просим. Давай. Камеру дайте ему. Я подержу. Давай, подержи. Пока. Смотри аккуратно, не урони. Снимай, как он клево. По моей команде. Давай, смотри куда. Полетит. Тогда кидай. О! Давай, давайте, давайте, еще, Варлам. Еще. Варлам. Вот как надо. Спасибо, Христос вас. А вы берете вот такого, большую не берете, вы сразу большую берете. Она еще не прогоняет. Она за вторым глазом. Сейчас он берет как-то веселее. Надо подкинуть. Да набирайте. Я говорю, Сергей, что ты набираешь? Вы сейчас ее почистите, будет только половина. О! Когда их воска к недрому прибрали, Может всех призвать? Так, только быстро заходите на костер, все. На костер. Все, уже посмотрели на собой. Ураган! Заходите,
Подождите. Надо подбрасывать уже, надо. Давайте костюм. Ты что, костюм? Это кто, ураган? Ураган. Это ураган. Ураган, все не здоровайся, здорово. Ураган. Мы с тобой родня. Все, дождь не проведает. Белки. Вперед, Иван, кинжал и острые точи. Свободой наделена эта тварь. И хвост не подожмет под стать собакам. Мышинам царстве безраздельный царь. На ней строго режимная рубаха. Без пошатом по нашему амбару. Каюк уют в наших погребах. Мышиный бой ведем мы с ней на пару. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать. А ей так мало в Божьем Писании, хотя за пользу можно дать медаль. Уж сколько раз ловил на голубятне, купил нещадного воровскую подлость. Проходит время, подсыхают пятна. Мы с ней миримся, каемся чуть позже. Без кошелька по нашему амбару. Каюк уют в наших погребах. С мышами поведем мы с ней на пару. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Это ураган или верно? Это ураган. Ураган, ты меня я помнишь? Я знаю, всему миру ездил. Ураган. Ураган. Мы с тобой купались. Купались на Азовском, Черном, Каспийском морях. Ой, купался везде, в каналах, в реках, в море. Ты видишь, да? Она на этот же мочит. Да. 20 тысяч километров намотал. Ураган! Самый знаменитый во всем мире. Ураган? Он заболевал. Причем в России. Официально, видали. А как проехал по заметке, чтобы собаки никогда не было. И не будет. Я только не ночевал, где не купался, охранял. По Писанию учиться, без копыта гневу не разреза. Может здесь чему-то научиться, и пустым занятием полезным. У кого разрез глубокий, жвачка чистит для семейня человеку. Жертву только им Господь назначил. Это тоже умным на заметку. От кого погибших было больше, больше. А кормилицы кого навели чай. Помощь дал Господь нам разбеги хорош. Больше не надо. Во дворе начальник. Но корова во дворе начальник. Коля, не бегай, сядь и сиди, иначе упадешь.
тысяча лития в Египте, поклонялись мои скотроны, а теперь утыжит убиты, жертвые условия запрета, стали резать живым же богом. Это все для Великого Совета. Леонида, ты приходила, приглашала людей? Да. А этих приглашали, новеньких, которые семья с маленькими детишками были? Ну, да, вроде, ага. Или вроде, или приглашали? Да, да, приглашали, мы их звали. А что они сказали? Завтра, другой момент не наступит. Завтра с утра на молитву сюда пригласить всех. Вот, место очищенное. Приходите, помолимся здесь вместе. Утром. А во сколько? Во сколько? Во сколько? Ну сколько? Завтра после костра обычно в 7, наверное, не понимаю. В 7 на молитву. А что-то этих-то нету? С кем я работа? С семьи-то. Ну, которые с Ситроэня приехали. Ну им говорили, да? Ну, он с сестры говорят, говорили. Они, наверное, еще не знают. Здравствуйте, дядя. Они не знают, да. Садишься рядом? Да, пожалуйста. Садитесь. О, корова, во дворе начальник. Сейчас про коров спели, я поздал. Про корову начальник. Они мне дома заели. Заели, да? Что там? Я в доме сколько? 7. И что, как? На пару. Да? Ну, а это куплеты из гармошки, давай. Я сейчас вот вот они. Папарацци. Отлично. Ну ты там под пианино. Камни и крапиво, возрождение.
Илогахи.